Снова всем welcome. Это снова я. Как обещал, сейчас у нас будет проходить розыгрыш футболки в честь 5000 подписчиков на моем канале. Данный розыгрыш был анонсирован вот в этом видео. Байта-подработка в Японии. Задача была достаточно простой. То есть нужно было ответить на вопрос, какое видео на моем канале в плейлисте «Жизнь и разные полезности в Японии» самое длинное. Правильно ответивших было 8 человек. Сейчас будет проходить розыгрыш рандомизатором футболки из Японии. Итак, значит, мы заходим на сайт. Вот генератор случайных чисел. Открою я вот этот генератор случайных чисел онлайн. Что я сюда уже заходил, я вот сюда сейчас зайду. Посмотрим. Ответивших было 8 человек. Вот, пожалуйста, я могу показать вот эти люди. Соответственно, сейчас будет розыгрыш среди них через рандомизатор. Как вы видели, я на этот сайт не заходил, я первый раз его открыл. То есть ссылка была неактивная, что я цветом синим. Соответственно, здесь мы указываем максимально 8, минимально 1. Соответственно, сгенерировать число. Так, сгенерированное число 8. Так, это Сергей Рейнт. Сергей Рейнт. Сергей Рейнт. Сергей Рейнт. Ага, значит, все верно. Ответ правильный. Так, YouTube каналы я проверял еще до этого, когда писал это сообщение. То есть также вот видите, номера я не менял. То есть какие я выдал номера вот во время правильного ответа, те номера, значит, и остались. Итак, сейчас проверим репост страницы Сергея. Репост есть, все хорошо. Что ж, Сергей, поздравляю. Пожалуйста, напиши в личные сообщения в ВКонтакте размер футболки, который тебе подойдет. И там уже спишемся уже в личке. А всех остальных участников хотелось бы поблагодарить и пожелать успехов в следующих розыгрышах. Конечно же, они будут и достаточно скоро. Это был пробный розыгрыш. Скажем так, на мой первый пробный розыгрыш пока что на 5000 подписчиков. Я думаю, в скором времени будет и другие розыгрыши. В целом, это достаточно интересно. Вопросы простые для начала, дальше будет сложнее, соответственно. В принципе, и все. Всем спасибо за внимание. Увидимся в следующих видео. До новых встреч!